Работаем мы с 5 утра. Вот эту площадь я уже убрал, осталось в секторах 10. Думаю, до обеда мы уберем и приедем на следующее поле. Завершить работы качественно и в сжатые сроки сегодня стремится каждое сельхозпредприятие района. Большевик Агро – лидер аграрной гонки. Сейчас на полях хозяйства убирают последние гектары бобово-злаковых трав. По словам опытного механизатора Владимира Виноградова, на хорошие темпы работ сказывается не только теплая сухая погода. Мне надо посмотреть комбайн, сделать техуход в машине, прежде чем выехать из мехдвора. Приезжаем на поле и работаем. Работа зависит не только от меня, но и от моих отвозящих, которые отвозят массу. Сотрудники у нас все опытные, поэтому у нас так все быстро спланировано, убирается. В распоряжении «Большевик Агро» более 100 единиц сельскохозяйственной техники. Для увеличения продуктивности машино-тракторный парк ежегодно обновляется. Следят здесь и за условиями работы тружеников. Технику стараемся обновлять, чтобы было все хорошо. В прошлом году появился новый трактор, а сейчас основная вся техника, которая есть, задействована на полевых работах. Все сотрудники в основном обеспечены спецодеждой, чтобы максимально быстро шла работа. Все полеводы и полевые работы обедами кормятся в полевых условиях. До середины октября сотрудникам хозяйства еще предстоит проделать обширный фронт работ. На площади порядка 8500 гектаров земледельцы подготавливают почву, сеют озимую пшеницу, убирают солому, вот-вот приступят к уборке кукурузы.